Всем привет! Мы сегодня снова вернулись с выставки собак всех пород. Мы посетили выставку, национальную выставку всех пород ранга чемпиона РКФ без присуждения отца, Кубок Ники 24. Судил судья Акопян Роберт Суренович, очень серьезный эксперт. С нами сегодня ездил наш Нептун, той пудель, и с нами ездил малыш Карадак и наша малышка Афина Чихуахуа. Значит, ну, малышей мы поздравляем. У нас фаворит Карадак стал снова чемпионом, лучший щенок. Вот, пожалуйста, высокое описание эксперта, спасибо огромное. Лучший щенок, очень перспективный. А малышка Афина выступала пока в ринге бэби и стала лучше бэби. Очень перспективно тоже, девочку похвалили. А вот наш Нептун получил сегодня оценку отлично, без титула. Ну, как обычно, мы подпадаем под серьезного эксперта, который сам пуделист, и ему не понравилась наша стрижка. В чем он, конечно, прав, так как мы, конечно, Нептуна не готовили как настоящего стриженного пуделя к выставке. Как вы прекрасно знаете, что мы совсем недавно его подстригли, ну, более-менее подходящая стрижка, которая смогла нам позволить вообще посещать выставку. Он очень высоко оценен, пожалуйста. Насыщенный окрас, хвост, все, но требуется породный выставочный груминг. Из-за этого он нам не дал титул, но дал контакты очень крутого грумера, что прям вообще тоже ценю. Спасибо огромное. И очень серьезно описал собаку. Сказал, что очень хороший на словах, что это очень хорошая высокопородная собака, движение, все, окрас, зубы, все у нас замечательно. Ну вот, кроме стрижки. Ну что ж, питомнику чихуахуа. Это, конечно, я думаю, пока простительно. Вот такие вот у нас в любом случае счастливые дела. Еще раз поздравляем нашего Карадага с титулом, да, лучший щенок. Он в продаже у нас, ну, Афинка, она не продается, ну и пуделя нашего тоже поздравляем, красавца, он все равно покорил всю выставку, а также с нами сегодня просто поучаствовать. Погулять ездил сынок Мальтипу на РКФную выставку, ну такой юморок, да, понятно, что это у нас непризнанная порода Мальтипу, но в любом случае он просто покорил всех, и это было круто, ребята. То это у нас лучший бэби, это лучший щенок, да, неужели, под таким строгим судейством, да, Карушка, ты хвостик. Интересно. И снова мы на выставке собак, только теперь с Нептуном. 28 апреля. Думаю, скучно. Нептун приехал на выставку собак всех пород РКФ. Клуб Ника.